Сегодня я решила подойти к своей недавно изобретенной технике с другой стороны. Сначала изобразить объекты, потом ляпнуть пятна акварелью, а потом сделать фон гуашью. И фон я хочу здесь как-то усилить ощущение, что фон, он такой же участник событий, а не просто, знаете ли, закрашенное что-то и все. Ну, хочу сделать. В общем, посмотрим. Все эти штуки рисовала буквально вот как приходили они мне в голову, без размышлений, поэтому что-то вышло довольно странноватое, кривоватое и так далее. Но мне кажется, в этом есть какая-то что-то такое классное, в общем, в этом есть. Ну и к тому же рисование на скорость очень сильно влияет на умственные способности в лучшую сторону. Бумага не акварельная, видите, тут ее повело. Краски тоже, я в них особо не всматривалась, макала кисть куда попадется. Ну, приблизительно так, конечно, старалась немножко соблюсти реализм. Вот. Постаралась, чтобы фон отображал некоторое движение, некоторую динамику, чтобы это были какие-то штрихи. Если в предыдущих подобных моих работах фон получался скорее как-то интуитивно, но поначалу это вообще было просто закрашивание ненужных каких-то элементов, то сейчас я нарочито выполняла его в таком, как бы, штрихи шли по определенным направлениям, так скажем. Ну, в общем, мне результат понравился, и есть о чем поразмыслить. И если у вас есть какие-то мнения, впечатления, я буду очень рада их услышать.